В Радужном возводят 9-этажный арендный дом на 178 квартир. Жилье в нем получат молодые учителя и врачи, приглашенные для работы в отдаленный муниципалитет. Напомню, Радужный находится на северо-востоке округа, в 170 километрах от Нижневартовска. По заказу ипотечного агентства дом возводят нижневартовские подрядчики. Причем используют они площадку ранее снесенного аварийного строения, на которую были заведены все коммуникации. Квартиры с черновой отделкой строители намерены сдать уже в декабре. Благоустройство займет еще 3 месяца. Первые новоселья здесь отпразднуют в апреле 2021 года. Планируется выполнение наружных сетей инженерного обеспечения данного объекта. Тепло, вода и канализация. Это у нас будет октябрь-ноябрь месяц. С последующей вертикальной планировкой. Ну, в дальнейшем мы выходим на кровельные работы и на отделочные работы.